Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, также Юрка. Мы находимся в GTA 5, это шоу Эксперименты. Привет, друзья. Итак, ребята, сегодня мы постараемся перепрыгнуть 500 кораблей. Их здесь очень много, посмотрите, что мы здесь устроили. Рампу мы удлинили платформу, и даже корабли стоят вне платформы, потому что уже не хватило просто объектов, которые можно разместить на серваке. Их здесь очень много, мы ни разу такое расстояние вроде бы еще не перепрыгивали, поэтому сегодня постараемся это сделать на новеньких читачках. Сегодня мы приготовили парочку интересных машин, например, это Mazda, которая офигенно прыгает, а также здесь у нас есть новенький Макларен, Бугатти, новенькая, значит, BMW и так далее. Ну и, в принципе, Юра уже первую машинку взял. Юра взял себе Porsche, а я беру сейчас демона Хавка, и мы готовимся полететь. Юр, ты как, готов, скажи мне? Нитро есть, все есть, да? Все, поехали. И, короче, поехали, да, с Юркой мы разгоняемся, сейчас узнаем, куда мы сможем улететь. Поклянила, жесть. Есть такое, однако я разогнал уже 400-500 скорость у меня. Не, ну у меня как бы 680 было, но 600... очень лениво. 600 чем-то было, 620 или типа того, и это... Вообще... И такая же пати. Я, ну не знаю, может быть кораблей здесь 30 или 40 я перепрыгнул. Чуть дальше тебя на два корабля, вот здесь, ну, я, получается. Ну такое вообще фуфля, да, ну типа... Да, около, наверное, 40 кораблей мы пролетели всего лишь из 500. Поэтому обидненько. Такое, да. Ладненько, хорошо, меняем тачки, прыгаем дальше. Вторая машина у нас, что у нас здесь получается? А, но у тебя сейчас Chrysler, у меня сейчас Mazda. Mazda, как ты говорил, офигенно прыгает, да? Давай другую тачку поставлю вместо Chrysler, которая тоже летает. Давай. А вместо Chrysler Юрка загрузил Ferrari 300 вроде бы какая-то. 63-го года такая же. 63-го, да. Ну, это будет интересно, короче. Короче, поехали, Юрец. Сейчас узнаем, кто кого. Но Mazda, по идее, обалдеть, Mazda поднимается на дыбки. Вы что, серьезно? Однако скорость не... Mazda пушка. Совсем такая прям топовая, но типа 400... С трудом, на самом деле, разгоняется. А я тебя догоняю, ты быстрее идешь. Ты реально медленно как-то едешь. А, 500 с чем-то? Ямато улетел? Ты прям какой-то с черным дымом. А, не, на самом серьезно? Деле... А ты куда? Ты должен был прыгнуть, алло, дядь. Mazda не поехала. Что-то странно. Mazda хуже, чем демон. Чего? Так, ну, это пока, конечно, первая... Что за наедалово, братан? Она не полетела. Я короче, а ты где? Приземлился хорошо и поехал внизу, но я немножко отлечу назад. Так, так вот здесь. Вот я прилетел, кстати, все пока, все, что есть. Сколько? Но... Может, корабли 60, типа, ты прилетел? Ну, плюс-минус, наверное, да, до 90 не долетел чуть-чуть. Да, ну, ладненько, допустим, пускай будет так, но, ребята, это пока далеко не то, на что я рассчитывал, тем более, что какого-то черта, блин, извините меня... Mazda не полетела. Или странно. Странно, странно очень. Окей, Уракан Перформанта, также Volvo. Кто кого, сейчас узнаем. Так, мне нужно заправить бак нитро. Итак, друзья, Уракан Перформанта, также Volvo XC60. И, короче, поехали, сейчас узнаем, кто кого. Так, но, конечно, Уракан-то пушка. Перформанта, 600 иду. Я, короче, 700. Знаешь, что понял? А почему мы с тобой на одинарном нитро прыгаем? А, с двумя нитро, думаешь? Ну, надо было бы, а то у меня нитро кончилось. А я поэтому сейчас оставил нитро. А, знаешь что, я лечу где-то примерно как твоя Феррари сейчас, то есть приземлилась. Да, на тот же корабль, чисто туда же, куда твоя Феррари приземлилась, серьезно? Серьезно? Да, просто на тот же корабль. Ну, я придумал такое. Так, стремноватенько. У меня Уракан-то разложился, чего, серьезно? Просто от Уракана ничего не осталось, просто колесо в обратную сторону выгнулось. А ты где был? Покажись. Ну, я так себе прыгнул, на самом деле. Так, а ты на чем был-то? Да, я был на... Вижу, Volvo, да. Ну, понял, такой, да. Пока хуже всех, машина полетела. Окейушки, меняем тачки, прыгаем дальше. У нас сейчас X5, а также Ренджак. Поэтому, Юрец, садись в X5, я сажусь в Ренджак. У меня ВОК, и, собственно говоря, я готов, ты готов? Так, ребята, мы готовы, поэтому, Юрец, короче, погнали. Погнали. Немножко я прожал нитро чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, 400 иду. 500. Ну, на самом деле, лень, 600 всего лишь. Тоже и лечу я куда? Ну, типа... Не, ну ты это... Ты чуть выше, кстати. Ну, это какая-то лень все равно, то есть. Я пролетел, что-то зеленый, видимо, Mazda пролетел. Я да. Чуть дальше Mazda всего я лишь. Я тоже чуть дальше Mazda. Серьезно? Да. Да, ребят, оказывается, что эти тачки прыгают хорошо с двумя нитрами, как бы, на самом-то деле. Поэтому предлагаю тебе разочек прыгнуть на следующих тачках уже с двумя нитрами, как ты думаешь? Давай. Так, у нас сейчас что получается? У нас сейчас, ну как раз гелик. Гелик. Тот самый рекордсмен, да, который... Гелик, все-таки на одинарном прогнать, посмотреть, куда он летит.
крутит. Давай с двумя. Давай так вот, чисто с двумя нитро. У меня Мерс, два Мерса, короче, ГЛС и Гелик. И, короче, поехали. Давай. Так. С двумя нитро. О май гад, это скорость. 1000. Сразу 1400, причем, да? Короче. Ю-ху-ху-ху! А ты где? Я этот, на прокачке. А. А я прокачал гелик? Ой, точнее ГЛС, даже не помню. Не, в смысле, я нитро ставил, второй баллон. А. А, Ямай, улетел. Ямай! Че, ты разложился? Я не доехал до конца, а уже полетел, короче, в воздух. Серьезно? Я долетел до конца рампы, но я не перелетел все корабли. Короче, тут где-то корабли, может быть, 200... Ну, сколько? Не, может быть, 300 кораблей. Да, я думал, давайте мы сейчас посмотрим. Так. Это вот так, это... А, ну да, где-то, может быть, 300 с чем-то так, мы пролетели. Я, короче, прыгнул, я лечу, и довольно-таки неплохо. Так, правда, а я... Правда, скорость была 1200 всего. 1200? Да. У меня... Ну, у тебя, по идее, он и так офигенно... А ты же пролетел мимо меня, ты где есть, братан? А, я тебя уже перелетел? Не, ну, меня, а не машину, подожди. Ема, ты где вообще? Я лечу. А, вот, а, да, ты перелетел. Ты перелетел. Ну, не все корабли, но типа... Ну, не все, ну... 450, это 450, может. Или типа того, да, короче, Юрец финишировал. Так, вот, все. Ну, слушайте, короче, 450 кораблей, это сильно на гелике. Предлагаю дальше прыгать с двумя нитро, потому что, ну, окей, Мазду, наверное, а на Мазда, скорее всего, полетела бы дальше с двумя нитро, ну, то есть, ну, намного дальше. Ну, можно как бы перепрыгнуть. Ну, ладно, не будем уже трогать то, что мы сделали. Так, Юрец, ты сейчас хватаешь новенький Макларен, а я беру сейчас DW16. Да? Да, он уже не едет. А откуда ты знаешь? А вдруг он полетит? Может быть, он очень легкий, мы же не знаем. А, поэтому Юрец, хватай. Помню, дерби он был очень тяжелый. Короче, не садится. Не садится? С двумя нитро, короче, я стартую, поехали. Давай, Дэвил, ты могешь, ты умеешь, практикуешь. 1600 почти была скорость, я полетел. И... Ема, конечно. А ты как? Чё там? Ёптыщ. Что там? У нее блокируются колеса, и она просто скользить начинает, как будто у нее АБС срабатывает. Серьезно? Вообще жизнь. Короче, я перелетел ГЛС, а гелик дальше будет. Хотя я еще пока... Нет, не дальше гелик, я пролетел. Она не едет. Не едет, серьезно? Нет. Короче, а у нее просто вот блокируются здесь колеса, и она скользит. Да ладно, мне не хватило. Буквально кораблей, может быть, 5 до гелика. Прикинь, 5 кораблей. То есть ты хочешь сказать, что Макларен минус? Но я его заставил прыгнуть кое-как, но посмотрим, что получится. Ну ты летишь пока, ну такое. Это типа очень хреново, даже с двумя нитрами очень хреново, но да, очень тяжелый, как Макларен я говорил. Да, Макларен очень тяжелый, реально, я вижу, что он типа, да, с двумя нитро, да, вот до сюда, это очень плохо. Да, это очень это плохо. Это очень плохо, ясно, короче, окей. В принципе, у нас пока два рекрасмена, это у нас получается Гелендваген, а также, этот, как его... Напомни мне, я тебе скажу, этот, Дэвил. А впереди, ребят, у нас уже предпоследние тачки. Это у нас BMW, почему-то без бампера. Давайте мы бампер обратно вернем, таким вот образом. И также Bugatti, да? Ну что же, в принципе, все готово, поэтому с двумя нитро полетели. Так, нужно выровняться, ехать таким вот образом. 1700 с чем-то была скорость, я полетел. А немного? Но много, но я так понимаю, что он тяжелый. Ну, сейчас узнаем. Я тебя не вижу, конечно, на сорнаре. Какие-то странные звуки вообще машина издает. Я лечу... Мне так кажется, что я долечу, наверное, до сейчас до Эстока. Ой, до Эстока говорю. До Дэвила. Или нет, даже не долечу до Дэвила. Ну да. Я прыгнул хреново. Да? Да. Очень тяжелая машина. Так, я, получается, вот здесь... А, нет, я прям, ну, корабли, может быть, 10, может быть, 15 не долетел до Дэвила, поэтому... Ну, это пока третье место, BMW, однако, это неплохо. Я, короче, перформант и Мазду, уверен, Феррари прилетел на два корабля. А, да? Ну, то есть, на чит Бугатти? Ну, такое, ну, да, такое. Окей, ребят, последний прыжок, последние две тачки, и это у нас Эсток, а также Бугатти. Что хочешь, скажи? Исток? Ну давай, бери исток. Вообще без разницы, если честно. Ну давай, я беру тогда Бугатти и, короче, стартуем на счет 3. Раз, два, три, поехали. Вау, тихо, тихо, тихо. Неси меня, олень. Так, что я сказал? Олень, тебя не понесет. Мою страну олень, свою страну олень, точнее. Твою страну? Окей, хэштег, ну не олень. Ну ты полетел значительно дальше. Я вообще хрень полетел. Капец, ты летишь. 1850 километров там было. Сколько? Там до хер ничего. Ты перелетишь все? Нет. Нет? А я, короче, лечу, наверное, на уровень BMW. Сейчас, да? Или где? Я не знаю, где Дэвил. Короче, вот да, я немножко не долетел, получается. А, нет, я перелетел BMW. Короче. А ты где? Покажись. Ну, корабликов 20, наверное. Ты перелетел все. Ну, не все, ты перелетел гелик.
Ну, я не вижу машин, я короче, посмотри по карте. Сейчас я тебе покажу, где, а где гелик. Подожди, вот, по карте посмотри, вот, я сейчас на гелике. А, ну солидно так-то. Так-то прям, ну мощно, да, буквально, не хватило тут, ну, кораблей, может раз, два, быть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну много, ну, на самом деле. 25, 30. 20, 30 кораблей, думаю, что не хватило, да, столько, чтобы все перелететь. Но, ребят, это солидно, на самом деле, расстояние это очень, то есть, чтобы вы понимали, это примерно расстояние полтора Лос-Антоса, то есть, в сумме взятого. Поэтому это реально очень большое расстояние, и сток почти смог сделать невозможное. Почти перелетел 500 кораблей, но был близок к тому. Окей, получается, с двумя нитрами у нас победители сегодня это Эсток, второе место это Гелик, потом у нас идет, а, да ладно, ГЛС. Серьезно? ГЛС? Нет, нет, Дэвил. Дэвил, потом уже Бугатти, Вейрон Суперспорт, потом уже BMW, а там уже ГЛС, кстати говоря, прикинь, да, ГЛС. Серьезно, серьезно. Нормально. Окей, ребят, да. Такая у нас получилась серия рубрики экспериментов GTA 5. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики, и всем удачки, и всем покедова. Пока, друзья.